Друзья, мы уже готовы к съемке. Давайте все помашем ручкой. Антон теперь... Бекушев ведет рубрику под названием «От первого лица». Все верно. Теперь мы еще ведем замечательные видосы, где наши все зрители, читатели увидят эксклюзив бэкстейдж со съемок. О, так это круто. Рекомендуем смотреть. Что нас ждет, Илья, скажи? Нас ждет сегодня жара, потому что Антон Бекушев, Илья Савельяни, замечательный эксперт, который с нами посередине, взорвет эту студию, так как сегодня страсти будут накалены на уровне максимума. А их светлое будущее. А сейчас мы вам покажем еще участников наших. Мы готовы снимать TNT Music наших артистов прямо сейчас. Наша оборотная противоположность. Смотрите, вот наши участники фотографируются с нашими звездами от TNT Music. Вот так вот у нас все происходит. Очень активные зрители, которые громко хлопают. И вот, конечно же, самый наш хлопун. Вот. Вы наверняка его все знаете. Жорик смотрит, смотрите. Ага. Посмотрите, как прекрасно сочетается Яна Шафеева с новым участником в отсутствии Захара. Прямо как пара настоящая. Сегодня кто-то из героев пойдет домой, а точнее в номинацию, кажется. Съемка заканчивается, все зрители собираются и уходят из студии. Приятно видеть приятного человека. Ой! Прикольная съемочка. Ржачная. Понравилось? Да, клево. Кто клево лучше, Бузова или Кадуни? А их можно сравнивать? Может быть. Кто тебе больше нравится? Мне очень нравятся ноги Оли Бузовой. И последнее нам время... Нам всем они я нравятся. Не знаю, что она сейчас делает с собой. Не знаю, как это выглядит в телеке, ребят, в жизни это. Я никогда не думал, что я это скажу. Оля, мне очень нравятся твои ноги.